дать возможность пройти новым футболистам. Не может быть, чтобы российские материал не рожали нормальных футболистов. Видимо, что-то там происходит при отборе. Как это так получается, что Игнашевич в 2008 году играл и сейчас тоже играет? Что ему замен? Ему замены не нашлось. Ну, Игнашевич, ну ты наделал дело. Дорогие друзья, посмотрите на 76-й минуте штрафной, как он бил. Судья подошел, отодвинул всех. Не мешайте этому человеку бить. Это близко от штрафной площадки. Подходит, бьет на 20 метров выше ворот. Слушай, 16 лет находиться на поле днем и ночью. Или ночью хоть тренируется, бей куда надо. 2 миллиона евро он получает в год. Игнашевич. И вот такой удар. Это что? Это увидел вот этот удар, сразу так, до свидания, иди домой, отдыхай, займись чем-нибудь другим, который тебе больше подходит. Но такой удар, это...